Это обзор компаний Россети, акции обыкновенные и акции привилегированные, компании ПИК и компания МВидео. Фундаментальный, технический, новостной и бухгалтерский анализ. Ну, а также перспективе, что их ждет. Ну, по Россетям, в принципе, я остаюсь быком. Почему? Потому что в этой компании будет скоро доп. Эмиссия, по-моему, до 2022 года. К этой дате будут цену, скорее всего, тянуть вверх, потому что такая ситуация в Россетях была и раньше, в начале 10-х годов. Такая ситуация повторится в 20-х годах, то есть в начале нынешнего десятилетия. Компания по сей день остается недооцененной, как и весь электросетевой сектор. Российский тоже мне задает вопрос, мол, типа, а что так, почему? Ну, господа, просто рынок не ставил на них акцент, не делал ставку. Просто в предыдущем экономическом цикле электросетевой сектор российский, он вообще не рос. Он рос с 2000 по 2008 год. С 2009 по 2020 год роста не было. Есть определенная цикличность в данном контексте. Давайте перейдем на фундаментал. P на E 3,4 пункта, среднерыночный 8,3. ПЭК 0,5, PB 0,2, среднерыночный 0,9. Акция, компания вообще просто люто недооцененная. А, и тем более в этой компании тоже совет директоров недавно заседал и сказали то, что дивиденды по акциям привилегированным Россетям будут, ну, рекомендовали вот эту цифру 0,1893. При этом сам Минфин, то есть Министерство финансов, оно говорил то, что госкомпании обязаны платить дивиденды, там, не знаю, прям люто, жестко, как говорится, по регламенту. И Россети дивиденды по акциям привилегированным объявили 0,1893, а это получается около 10% годовых. До этого было 12% годовых. Просто в момент объявления акции выстрелила. Ну а по обыкновенным Россетям это около 7% годовых, то есть 0,0885. Что, в принципе, тоже неплохо. Если уж посмотреть на МСФО, прибыльность компании за 2019 год, то компания чуть-чуть меньше заработала по сравнению с 2018, но не критично, потому что выручка-то все равно растет, деньги в компанию перетекают. Долговая нагрузка находится под балансовой стоимостью, что в целом хорошо. Почему? Потому что компания в первую очередь не расплачивается своими кредиторами, то есть это не первостепенная задача. То есть выплаты тут идут прям четко по регламенту, без всяких издержек. Баланс тем более растущий. Но и структура акционерного капитала вы видите сейчас сами. State or government 88, даже 89% составляет. Это госкомпания полностью. Поэтому и Министерство финансов, то есть государству необходимы эти дивиденды для пополнения бюджета. Потому что госкомпании будут в любом случае обязаны платить эти дивиденды. На то они госкомпания. В плане перспективы роста цены в Россетях в любом случае будут вот равномерно понемножку повышать дивиденды. На фоне чего цена будет подстегиваться вверх. Сейчас же, к примеру, по Россети акциям обыкновенным цена идет в своем восходящем канале. Опять же, она попыталась его сегодня утром пробить, но, как видите, цену откупают. То есть здесь доминируют покупатели в первую очередь. Почему? Потому что скоро дивиденды, поэтому цену просто задирают вверх. По Россетям акциям привилегированным ситуация аналогична, но меня смущает тут то, что технически вот очень сильно перекуплено, потому что, видите, гэп образовался на новости о дивидендах. То есть, оп, гэпанула она, да, и оставил гэпчик не закрыт. То есть, гэп она будет в любом своем случае закрывать, но, видите, в чем прикол-то будет? Закрытие с дальнейшим походом уже вверх. Потому что здесь нету какого-то резона глубокой коррекции. Глубокая коррекция возможна только на общерыночной панике. Но паника пока на рынке и не веет. То есть основную импульсную панику рынки уже прошли с января по начало апреля. Так что коррекционное движение тут в любом случае будет, но с дальнейшим походом вверх. К сопротивлению 2.37, где, в принципе, дивиденды доходности Россетей акций привилегированных составит, ну, плюс-минус 8, там, 7-8% годовых. То есть спекулянты, инвесторы, я думаю, они здесь будут цену постепенно разгонять, как это получается, и из года в год. В любом, причем, эмитенте. Вот, а в Россетях акциях обыкновенных пока все стоит на стороне покупателей, и причем основное сопротивление это один уровень 1.45, то есть 1 рубль 45 копеек, куда, в принципе, пока цена и смотрит. Но стратегически это только поход вверх, опять же, через коррекцию, в любом случае, потому что тут, как говорится, без коррекции никак. То есть,
бычий цикл через коррекционное движение. Тем более, если посмотреть уже непосредственно на цикличность, да, потому что электросетевой сектор довольно такая цикличная тема. Видите, ну тут с 2000 года на самом деле компания росла, просто график берется с 2009 года. Рос, рос, рос. И все, и приуныл, как говорится. И цена уже стояла на своем дне. И сейчас просто есть некоторое фундаментальное основание считать то, что цена пойдет еще выше. Но первый момент, еще раз, это доп-эмиссия. И, как правило, перед доп-эмиссией цены тянут вверх. Почему? Потому что если запускать доп-эмиссию с этого периода времени, то есть с 1.30, да, то цена просто грохнется там в 2, там, не знаю, 2-3 раза. А доп-эмиссия — это дополнительный выпуск акций в рынок. Поэтому логичнее было бы те же амбросити разогнать хотя бы до уровня 2.26 или вообще до уровня 3.38. Да, то есть вот или сюда, или сюда. И уже отсюда совершать доп-эмиссию. Как оно, в принципе, и было, когда у нас, по-моему, в 2012 году вот здесь была доп-эмиссия. И акцию просто тянули вниз. Ну и дотянули, как говорится. Далее компания ПИК, он же застройщик. Начнем опять же с фундаментального разбора показателей компании. P/E 5.6, среднерыночный 8.3, PEG минус 2.8, PB 2.3, среднерыночный 0.9. Что это значит? Это значит то, что компания в целом справедливо оценена на рынке. Прогнозируется в дальнейшем растущая выручка, но опять же после нынешнего кризиса. Долговая нагрузка идет на, ну, чуть повыше балансовую стоимость, но это особо не критично. Дивидендная доходность выплачивается около 6% годовых. Но при этом дивдоходность начали активно платить с 2018 года, да, по итогам 2017 года. А до этого все было в нулях. То есть данный аспект необходимо учитывать. И учитывая то, что в текущем году, 2020, прибыль компании в любом случае обвалится, то есть будет намного ниже, чем за 2019 год. Почему? Потому что в текущую рецессию, да, ну, мировую, скажем так, застройщики терпят большие издержки, как оно, в принципе, бывает и в любую рецессию. Сейчас, даже до начала всей этой эпопеи с коронавирусом, с экономической составляющей мировой экономики, да, основным доминантом был рынок вторичного жилья в РФ. Для таких компаний, как ПИК, ЛСР, там, Брусника, Эталон, это такой негатив определенный, потому что они занимаются строительством первоочередных домов, то есть новостроек. Поэтому основной приток клиентов, он был, в принципе, на рынок вторичного жилья. Я и статистику это тоже показывал в одних из предыдущих видео про недвижимость. А учитывая то, что в рецессию вообще цены на все падают, то и цены на недвижимость тоже упадут. То есть 2020 год – это год негативный для этой компании. Поэтому и дивиденды за 2020 год можно, в принципе, не ждать, я думаю. Почему? Потому что кризис 2008 года это прекрасно показал. И потом кризис 2014 года. Вот видите, по итогам 2014 года вообще ничего не платили в 2015 году. То есть в 2021 году такая ситуация вполне снова логична. Структура акционерного капитала такова, то что большую часть этой компании владеет частной компанией. Ну и остальное все находится в General Public, это общее размещение, то есть на московской бирже. Поэтому технически, хоть акция идет в своем восходящем канале, да, по месячному графику, но, господа, она смотрит вниз. Как бы тут надо смотреть правде в глаза уже. Потому что экономические издержки в этой компании, они тоже имеются. И основной приход мне лично видится на уровень 268, на такую довольно весомую проторгованную зону. Ну, 268, да. Пока говорить о каких-то перспективах данной компании я бы не стал, потому что издержки сейчас любые застройщики терпят очень сильные. Особенно то, что было в момент самоизоляции. Понимаете, в чем факт? ПИК, компания, они запустили онлайн-продажу квартир. Но учитывая то, что психология человека, она очевидна, и человек не будет никогда покупать то, что не может лично посмотреть и лично потрогать. Они пытались продавать квартиры, грубо говоря, через интернет. Но думаете, это такая нормальная ситуация? Нет. Это далеко не самая рентабельная ситуация. Поэтому те же самые продажи у застройщиков, точнее, они припали. И все это, в первую очередь, из-за момента, связанных с самоизоляциями. Так что здесь, в принципе, все довольно очевидно. Но, опять же, данная компания является одним из гигантов своего рынка, то есть одним из олигополистов рынка недвижимости. И куда-то исчезать от компании некуда. Потому что
потому что за этой компанией стоят определенные силы, которые будут эту компанию в дальнейшем и вытягивать. Но коррекция по ней вполне очевидна до уровня 268. И с дальнейшим уже восстановлением в экономике, в рынке недвижимости, то есть на восстановление рынка, опять же, тут цена резонно будет расти. Это очевидно. Потому что восстанавливаться будет вообще все. Так что, если на нее смотреть, эту компанию, то я думаю, не сейчас. Как бы еще не время. Но лично я застройщика в принципе не беру, поэтому они мне далеко не интересны. Далее компания NVIDIA. Мы видим то, что цена пришла на очень интересный уровень поддержки. Почему? Потому что бывший боковик. Учитывая то, что сейчас продажи в этой компании выросли на фоне эпопеи с, опять же, коронавирусом, с массовыми психозом, я бы сказал, в плане покупок, как и выросли у любого ритейлера, то в этой компании приток прибыли тоже имеется. Тем более цена стоит на своей довольно весомой поддержке, это уровень 360. Фундаментально, P/E 9 пунктов, среднерыночный 8,3 пункта, PEG 0, PB 2 пункта, среднерыночный 0. В принципе, компания хоть оценена справедливо, но потенциал подрасти она имеет. По прогнозам аналитиков, прибыль этой компании будет наращиваться с 2021 года. Но я на самом деле далеко не согласен, потому что, учитывая то, как развит онлайн сектор торговли NVIDIA, тут продажи не в любом случае будут только наращиваться. То есть прибыль с продаж. Даже учитывая все эти самоизоляции, карантины и всю эту лабуду. Долговая нагрузка находится над балансовой стоимостью, и видно то, что долг прям скаканул с 2018 года. Честно говоря, не знаю, почему так. Наверное, есть предположение, что это на массовое открытие магазинов NVIDIA. Причем реально массовое. То есть бизнес, как говорится, NVIDIA развивается, выручка то же самое растет, магазины массово открываются. Ну, по крайней мере, это логично объяснить тому, почему выросла кредитная задолженность. Структура акционера капитала такова, то что она полностью коммерческая. 89% это частные компании. И, по-моему, если не ошибаюсь, компания Safmar владеет большой долей NVIDIA. Поэтому и над NVIDIA стоят, как говорится, большие люди, которые эту компанию под своим колпаком и держат. То есть исчезать куда-то от компании просто так не дадут. Тем более преимущество NVIDIA в другом, в том, что они стали официальными олигополистами рынка. Вот смотрите, когда было четыре главных ритейлера в рынке РФ, это NVIDIA, Эльдорадо, Техносила и ДНС. Техносила с рынка ушел, осталось три олигополиста. Это NVIDIA, Эльдорадо и ДНС. NVIDIA и Эльдорадо, они между собой объединились. ДНС остался один. Вот в чем факт. То есть, ДНС тоже будут давить и отжимать у него конкуренцию в рынке. Потому что NVIDIA и Эльдорадо это основные ритейлеры сектора и сектора техники. То есть они будут выдавливать всех конкурентов, малые, средние бизнесы, большие и прочее. Потому что за эти 20 лет они свою долю, даже, наверное, 30 лет, уже свою долю в рынке заняли. Определенное доверие получили со стороны населения. На фоне чего им сейчас просто психологически проще вести свою деятельность, чем там, не знаю, какой-нибудь компания АБВГД, там, Техком, да, открываться. Кто ее знает? Ее никто не знает. Просто необходимо понимать психику толпы, психологию толпы. Ее никто не знает, эту компанию. Никто не понимает, что там они продают. Но знают компании такие, как NVIDIA и Эльдорадо. Они объединены. Все, холдинг есть. Тем более у них онлайн-сектор бизнеса очень сильно развит. Колоссально развит. И немалую долю прибыли NVIDIA как раз получает с онлайн-продаж в первую очередь. То есть вот за 2019 год прибыль выросла по сравнению с 2018. Ну, именно выручка имеется в виду, чисто, конечно, припала, потому что там кредитная загрузка, она тоже не маленькая, как бы расплачиваться в этом плане тоже необходимо, но она не критичная. Дивиденды компании платят умеренные, то есть, примерно 6,5-7% годовых. Учитывая то, что чистая прибыль немного просела, то и, скорее всего, дивиденд будет, пониже, чем за 2019 год. Поэтому с точки зрения технического анализа, это опять же месячный график, мы видим то, что цена находится на своей сильной поддержке, 360 рублей за акцию, тем более технически все стоит на стороне покупателя. То есть я даже допускаю здесь то, что цены просто будут сейчас двигать вверх. Но опять же, какое-то время придется проторговаться в этом боковике. Я сейчас
диапазон этот помечу. И только уже потом с дальнейшим пробитием вверх. Потому что вот технически вот такие боковики, их с первого раза не пробивать никогда. То есть большому участку рук нужно будет набрать здесь позицию, как он набирал позицию здесь. Вот в этом диапазоне. Перед выносом вверх. К уровню 620. И тут уже были прям колоссальные продажи шли. То есть он набирал позицию здесь. Акции выстрела. Он здесь раздавался. Все. И будет новый набор позиций, скорее всего, вот в этом диапазоне. Вот здесь вот. Опять же, дальше по ходу вверх. Потому что фундаментально в компании все в порядке. Прибыль есть, все растет, магазины массово плодятся, скажем так. Даже с точки зрения спекуляции, я, наверное, тоже присмотрелся бы к MVideo. Но тут нужно прикинуть все производные. Потому что сейчас я смотрю, если спекулятивно, то на компанию Северсталь в первую очередь. Потому что там будет крайне безопасный, но и крайне прибыльный трейд. Сделка, то есть. Там все риски просчитаны. Ну, по ситуации уже посмотрим. Но и на месячном графике в MVideo мы видим тоже формируется такой паттерн, как молот. Это разворотный паттерн. На месячном графике это уже... Тут скоро просто придут, иными словами, быки в этот эмитент. Так что... Да, и на недельном графике подтверждение мы это тоже видим. Угу. Откупает на уровне его поддерживают 358 рублей. Так что тут, в принципе, все довольно неплохо. В целом, данная компания довольно интересна. Россети, пик MVideo, но еще раз, в итоге Россети, они интересны под такую длительную дистанцию до 2022 года, потому что примерно в 2022 году будет там проходить доп. Эмиссия, то есть доп. Выпуска акций Россетей, да, и это просто убьет цену вновь. Но до этого момента цену будет, в любом случае, я думаю, разгонять, потому что практика любой акции, она об этом и говорит. То, что разгон, потом пжук. Коррекция довольно сильная. По компании ПИК пока туда не стоит вообще вкладываться, потому что, повторяюсь, она свою коррекцию в любом случае пойдет, потому что недвижимость страдает, цены падают. Вот. Эта компания базируется в первую очередь в больших городах, вот Москва, там Ленинград, Екатеринбург, что у нас там еще, Казань, южные регионы страны и тому подобное. Вот, тем более продажи они сейчас у них упали из-за самоизоляции, дропи карантинов. А продавать через интернет это нерентабельно, потому что потребитель должен посмотреть, что это такое. Это опять же с точки зрения психологии. Вот, а MVideo, там все более-менее стандартно и, как говорится, стабильно. Там можно даже какие-либо спекулятивные моменты обмозговать. На этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические и фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендацией не являются. У нас имеется телеграм-канал Биржевик, ссылка на него находится под шапкой в YouTube-канале, тут всплыло окошко. Также ссылка на телеграм-канал имеется и в первом закрепленном сообщении под каждым видео, то, что обозначено синим шрифтом. На телеграм-канале постятся новости, аналитика, акции, облигации, тоже технически фундаментальный, технический анализ, мое личное мнение, мои личные сделки на рынке акций и облигаций. И только они потом попадают уже на YouTube, потому что проще донести первоочередную информацию через телеграм, так как оповещение стоит у всех, чем на YouTube. Тут займет очень длительное время это видео записать. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотное... Стратегия – наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.